Слушай, а ключ, Артур, ключ, а ты в GTA RP не планируешь завалиться? Я не пробовал, что-то меня как не сильно приковало, честно говоря, но я подумаю. Попробуй, давай, возьми. Ну ты подумай. Хорошо, как-нибудь подумаю. А тут там есть такой персонаж, Дон Педрильо. Я знаю, я видел его. Он красивый. Он бы с радостью с тобой... А, я понял. Повзаимодействовал. Каким образом? Скажи, я обожаю конкретику. Никакой конкретики, чисто импровизация. А, импровизация — это всегда хорошо, знаешь? Я люблю импровизацию. Когда ты импровизировал в последний раз? Я импровизирую каждый день раза по три. О, такая грустная сова. Это не мое перо. Чье перо? Чье перо, да. Испортил момент, серьезно. А, ну да, смотри, точно. Ой, такой сейчас. Перо не видела! Балочка из этого, я так понимаю, да? Из Final Fantasy. Боже, эти люди вот реально на своей волне. Им говорят, вы игру сделали, говорит, плохую. Да, хорошо, добавим машину, на которой можно прыгать. Дебилы, вы сюжет нормальный сделайте. О, у нас рыбалка теперь от первого лица. Что? Почему в вашей игре там, типа, чувак готовит еду другим чувакам? Да, а еще у нас можно намокнуть и потом... Типа, применить гель, чтобы волосы не мокли. Па-па-па-па-па-па. Ти-ти-ти. О, боже. О, боже. Это ж Натали Порт. Сейчас такая. А ракурс камеры мог бы и пониже. Она вышла такая. Доминатор 5000. Гаванкар. Командир Единверсио. Да это какой-то, сука, картошечный народ. Нахер оно срало? Давай следующий. Давай. Барахло туда, круто. Выключай. Субадизм. Ходов понарисовали. О, я смог, я смог. Вы же не сомневались во мне. Там, по-моему, машина, там УАЗик. Готовься. Я готов! Да сука, как ты здесь микрофон уронил? О, господи. Это было очевидно. Не, ну я понимаю, да. Я все понимаю. У меня ж игра зависла. Да не расстраивайся. Блин, слишком глубоко. Ты должен был проехать. Давай. О, заводись. Заводись. Нет. Нет. Здесь обычно мельче было. Я не хочу в кусте сидеть. Это типа забавно, но далеко не всегда. Сейчас так обосрался. Ну в смысле, я же вообще в доме был. Сделайте хардкорные сервера. Заметь, новую карту не показывают. Пока только вот стандартную. А чё на него стоял? Кто такой? Эй, ты же меня убьёшь сейчас, ты чё делаешь? Да, там звук такой, как обычно. Бэм! Я понял. Тихо. Знакомого напомнил, боже.
Нет, не подумайте, у него была нижняя челюсть. Так, ты там пока тусы. Ребята, он не опасный. Are you alright? Линка, я не понимаю, как мы с тобой будем выживать. Но я не дам ей умереть, я вам говорю. Вот это «О май гад», вы больше не услышите. Где ты? Где ты? What was a dead body doing there? Hey, you. Даша, во что ты меня заставил играть? У него очень печальное лицо, твою мать! Ах, какого черта? Ну как так можно? Это очень черствая игра. Очень черствая игра. Печальное, говорит, лицо. При жизни он, наверное, кого-то любил. О, боже, ну как же так? Запах гниющей плоти. Can be observed right here on this monitor. Использование системы наблюдения. Я с трудом прочитал таким. Левый анал. Правый анал. Кнопка L. Эротика 975. Ну, с этим-то у меня всегда хорошо. Не думай. Я понял. Так, хорошо. Я никогда не забуду тебя, Нина. Твои прекрасные глаза, твои милые черные волосы, твоя нежная просвечивающаяся кожа. И Нина, я никогда не прощу тем, кто виноват в том, что ты оказалась в такой ситуации. Он ее бьет, я не пойму, или чё? Это задрот кидо? Боевое искусство, да? Where's Dr. O'Connor? Dr. O'Connor! Сука, чего она закончилась? Чё вы плачете? Чё? Чё произошло? Ну чё? Чё случилось? Да, я просто прочекаю чё. Ну тут типа забор. На вышке возле седьмой камеры Хилка. Так, это очень далеко. Я даже не знаю, где у нас седьмая камера. В другую сторону, походу, вообще. Ну, типа, да. Ну, я... сейчас, типа, день можно походить, полутать хилки. Такое. Все будет хорошо. Угу. О, твою мать! Я чуть не всрался. Я вообще не испугался. И сейчас вы видите стаю новых животных. Еще неизвестных человеку, но уже наверняка находящихся в красной книге. Посмотрите, самец показывает самке свои половые признаки, первичные и вторичные. Таким образом, он показывает ей, что готов к спариванию. И это очень хорошо, потому что этих животных осталось всего 10 на этой планете. Я хотел сказать 9. Зайчик, я говорю, я захожу на почту, там письмо.
названию письма шапка «Зайчик, посмотри игру». Я такой: «О-о-о, кто это так?» Оказалось, игра называется «Зайчик». Разработчики этой игры написали типа: «Посмотри игру, зайчик». А я такой: «О, я зайчик». Так обидно было, ты знаешь, я потом так расстроился. Проплакал в подушку где-то, наверное, 3 дня. Хотя ладно, я это видео позавчера снимал, а 3 дня проплакать не мог. Но про зайчика было реально обидно. Загуглите краш и хентай. Сейчас, секунду. Краш и хентай. Краш бандикут порно. Я должен был на YouTube показать в отдельном видео. Вы бы знали, как он меня любит. Показать вот так вот. Его зовут Эван или Еван? Еван Демарко. Еван Демарко, да. Только что покушал, погулял. Ой, то есть. Второй тоже, мне кажется, мне теперь тут как напар. Я, короче, ложусь постоянно, и у меня под ногой Тося. Под ногой Еван, на мне лежит Тоси, я реально как в зоопарке. Она попой. Ага. Вот так и живем. Все, короче. Это какой-то зоострим называется уже. Зоострим, я тебе говорю. Для фанатов этой игры здесь просто дикий-дикий фан. Но постепенно ты понимаешь, что это не Morrowind. Ну, типа, это Morrowind, но это ММО. Это другая игра, совершенно другая. Детство не вернешь. Ты понимаешь, что ты стар. У тебя ипотека. У тебя машина, у которой подтекает масло. У тебя красивая жена, но ты засматриваешься на молодых девушек. И ты понимаешь, что половина жизни уже прошла, и Morrowind ушел. Жизнь говно. Ладно, прости. Ты смотришь на этот пень, ты понимаешь, что ты сидел на этой вышке в темноте и смотрел, как в этом болоте, в пне, вот в этом пне, прячет свою заначку Аргонианин. Ты помнишь это? Ты понимаешь, что это время тоже ушло?